Привет всем, кто следит за очень интересными предложениями и хочет быть красивым. Мы сегодня поговорим о самых важных предложениях каталога номер 13, топ-5 продуктов, которые просто необходимы нам с вами, девчонки. Продукт номер один в каталоге номер 13, который должен быть у каждой любящей себя женщины. Это крем. Крем «Невероятный эффект». Такая не очень большая баночка, но очень надолго хватает. Я этот крем обожаю и уже много лет им пользуюсь. Название говорит само за себя. Он удаляет припухлости. И как его наносить? То есть вы берете небольшое количество крема, наносите на два пальчика одновременно, и втаптывающим движением вы наносите крем под глаза. Этот крем как скорая помощь, если вдруг у вас с утра произошла отечность и мешки под глазами, то есть встали, умылись, пока пьете кофе, перед этим нанесли крем, пока пьете кофе, уже отечность спадет. Он работает над тем, чтобы не появлялись морщинки, он работает над тем, чтобы не было усталости в глазах. Это невероятный крем, который должен быть в каждом доме, у кого есть такие моменты, когда есть недосып, переутомляемость, и время от времени глаза выдают усталость. Так вот, если у вас будет в вашей косметичке дома, как скорая помощь, крем «Невероятный эффект», вы будете всегда неотразимы. Продукт номер два, который должен быть у любой, у каждой, вернее, женщины, которая хочет, чтобы ее кожа была безупречной. К тому же есть основные причины, по которым основа под макияж должна быть. Это база под макияж делает ровный рельеф нашей кожи и цвет кожи, визуально разглаживает все морщинки, подготавливая нашу кожу к нанесению тональной основы. Во-вторых, макияж с базой держится гораздо дольше и лучше. То есть макияж в течение дня остается просто невероятным. И при помощи этой основы, да, то есть вы можете создавать абсолютно любые образы. Вот я сейчас нанесу на одну половинку лица основу, и надеюсь, что вам будет видно в экране, как кожа становится более ровная и гладкая. То есть она заполняет все микротрещинки и делает кожу более визуально такой ровную. То есть если есть какие-то неровности в коже, да, то есть из-за того, что там есть светлый пигмент, становится кожа более такая фарфоровая. Это продукт номер два. Продукт номер три, который должен быть у каждой дамы, если вы хотите, чтобы у вас был окончательно безупречный макияж и идеальная красивая кожа. Это рассыпчатая пудра из серии The One, позволяет закрепить макияж, покрывает кожу легкой, красивой, приятной вуалькой и не перегружает макияж абсолютно, а делает более кожу бархатистую, потому что она прозрачной текстуры, хотя в этой пудре есть три цвета. И кожа становится совершенно, ну, как бы не перегруженной, нет ощущения, что у тебя огромный слой на лице, и создает такое, знаете, матовое покрытие на целый день, хорошо закрепляя все кремовые текстуры, если вы наносили тональный крем и основу под макияж. Пудра в трех, еще раз повторюсь, оттенках, у меня самый темный. Экономично в использовании, да, то есть ее надолго хватает, и она в то же время, как бы, да, делает кожу просто шикарной. Ну, я думаю, что уже видно. Продукт номер 4. Это моя любимая тушь, которая в каталоге номер 13 со скидкой. Эта тушь обладает потрясающим эффектом благодаря своей волшебной кисточке. Видите, очень пушистый, классно прочесывает реснички, и ресницы становятся невероятно длинными. У нее есть недостаток. Если сильно увлекаться, то эффект получится накладных ресниц. Но я думаю, что вам видно, какие классные ресницы получаются. Очень рекомендую попробовать. Останетесь довольны и будете ее любить так же, как я, уже несколько лет. И топ-5 продукт
который представлен в 13-м каталоге, который обязательно нужно приобрести, потому что это вау, удовольствие. Это супер классная помада, которая называется неоновая. У нее очень красивые неоновые оттенки. Я сейчас вам продемонстрирую несколько цветов, которые я купила себе. Итак, первый оттенок, это оттенок, который самый такой получился яркий. Это цвет мандарин. Давайте посмотрим, что получится. Плотное нанесение помады. И очень ярко-неоновая. Надеюсь, вам видно, насколько неоновый оттенок. Еще один оттеночек, цвет гибискус. Смотрите, какой яркий. Нравятся мне эти помады тем, что утром накрасился, и в течение дня она не растекается, остается на губах, и она такая яркая, но не вульгарная. Еще один красивый оттенок, это орхидея. Такая вот яркая, красивая розовая гамма. Цвет практически фуксии, очень красиво и нежно смотрится. Особенно на смуглой коже. Хотя я видела девчонок-блондинок с этой помадой, невероятно красиво смотрится. И еще один оттеночек помады. Цвет Барби. Такая игривая. Чуть светлее, чем предыдущий оттенок, но тем не менее такой же насыщенный и красивый, яркий оттеночек. Очень рекомендую, плотное нанесение, еще раз повторюсь, и долго-долго держится на губах.